Итак, репортаж с места событий с курса телепатия. Живой репортаж, да? Итак, чем мы занимаемся на курсе? Мы занимаемся какими-то невероятно волшебными вещами, ну, через совершенно конкретные понятные упражнения, да, там мы тренируем концентрацию внимания, чувствование, да, все модальности чувствования, то есть там зрительный, слуховой, осязательный, да, компонент чувствования, вкусовой, запах, ну, то есть все органы чувств, да, мы все подключаем, все тренируем. Это очень важно, да, для меня, потому что не всегда я слышу свое тело, да, много заданий на тело, на чувствование тела, на его, как его слышать, в общем, как с ним разговаривать, как его понимать, да. Дальше мы выполняем задание, да, настроиться на человека, допустим, и удивительно, что получается ощутить прямо, да, вот все, что он ощущает, даже если он находится очень далеко, и он вообще никогда с вами не был знаком, никогда вы не встречались. То есть прямо вплоть до того, во что он одет, какие у него ощущения тела, да, какие вкусы, там, запахи, что он видит и что он чувствует, какие эмоции, да, он испытывает. Вообще очень, как бы, удивительно, потому что всегда считала, что таких способностей у меня вообще нет. Но на самом деле они есть, и я думаю, что, наверное, то они есть и у каждого. Ну и вопрос только в том, чтобы как их правильно развивать, да, вот мы на курсе занимаемся как раз вот этим вот развитием. Каждый день у нас проходят сеансы, которые тоже на нас на различные темы, и они очень помогают, потому что задания серьезные, да, емкие очень, и обязательно нужна какая-то поддержка от проводника, потому что, ну, самому, мне кажется, вообще нереально такое развивать, да, в себе. Ну, либо очень долго. Вот. Вообще понятие о телепатии у меня до курса было намного уже. Сейчас оно расширилось, обогатилось, да, и как бы стало более правильным понимание самой сути, да, телепатии. Что это такое? И для чего, да, она нужна. Как бонус я получила еще плюс осознание, да, в каких-то своих вопросах, да, стала больше себя понимать, да, больше какие-то скрытые моменты, да, всплыли, потому что мы с девочками в чате там обсуждаем, да, она всегда на связи, на обратной, и это очень помогает. Поэтому мы движемся дальше, да, на этом курсе. И что там нас еще ждет, я не знаю, потому что нас даже на каких-то там в первых днях, буквально чуть ли не на второй там день, начались чудеса, начались вот эти вот ощущения интересные, считывание информации. И для меня это вообще было удивительно, я даже не ждала, что получится так быстро. Вот. Поэтому мы на этом курсе кайфуем, учимся, осознаем, да, чувствуем. Самое главное, мы развиваем чувственность. И вот это-то как раз-таки наполняет тем самым вообще удовольствием, да, которого не хватает. Обычно учится, ну, там, какой-то навык получить, да, чтобы потом его как-то применять, да, монетизировать, зарабатывать деньги, приносить пользу какую-то. А здесь мы именно этот курс мы проходим для себя. Познаем себя, углубляемся в себя, да, столько внимания себе. И нету какого-то напряжения, это ожидания какого-то результата, да, мы просто наслаждаемся самим процессом. Вот. Вот такой репортаж. До новых встреч.